без сиропа. Приветствую всех! Сегодня мы встречаемся с мировой известностью мультипликаторами и практически неизвестными в России сестрами Полиектовыми Ольгой и Татьяной. Здравствуйте. Здравствуйте. И сразу хочется поговорить о делах минувших дней, с одной стороны, но с другой стороны, у каждого творческого человека такое бывает очень редко. Вы в свое время попали в лонглист Оскара, да, номинация на Оскар, и всего 3 человека в истории России номинировались на Оскар. Это у нас известный Петров, который выиграл Оскар с мультфильмом «Человек и море», потом ваш учитель, как его фамилия, помните? Константин Брандит. Вот, и вы. То есть не так много людей попадали под внимание Оскара. И вы перед тем, как попасть на Оскар, выиграли практически все конкурсы мировые, которые есть. Да, то есть это сотни призов. И только в тот момент, когда вы попали в лонглист, вас заметили в России, и на вас начали обращать внимание, брать интервью. Вот как вы думаете, почему вы в России практически неизвестны? Ну, на самом деле, в лонглист Оскара попадали люди. После нас попадали еще пару режиссеров. Наталья Мирзоян с фильмом «5 минут до моря» попадали. Ну вот, Костя Брандит еще раз попал. Да, Константин Брандит 2 раза попадал, но они попадали в шорт-лист Оскара, например, как Константин Брандит со своим фильмом «Мы не можем жить без космоса», и он не может жить без космоса. И он прям ездил туда на красную дорожку, фотографировался со всеми знаменитостями. Тем не менее, все равно получается так, что... Вот скажите, пожалуйста, вы в России выигрывали какие-то конкурсы вот с этим мультфильмом? «Мой дедушка был вишней». А, да, конечно. Много? Нет, ну не очень. Но если смотреть, конечно, в Европе и в Америке он участвовал больше, чем в России. Ну, то есть в Европе вы известные, а в России, получается, нет. Кругу аниматоров, конечно, круг аниматоров небольшой, конечно, нас знают. Все друг друга знают, но... В Европе, наверное, все-таки у нас больше было призов и наград. Но мы вчера пошли в бар, и нас угостили коктейлем, и девушка махала рукой и говорила... Девушки, это вам коктейль, я вас знаю, вы сделали «Дедушку был вишней». И нам было очень приятно. То есть все же отрабатывает, да, карма и здесь, да. Где-то прилетает, но все равно вы широко известны в узких кругах, можно сказать. Да, некоторые знают. Скажите, а вот лет 15 назад вы для нашего агентства нарисовали мультик. Это был первый мультик в вашей истории? Нет, он был не первый, но коммерческий, наверное, один из первых. Это очень приятно. Тот самый мультфильм, который до сих пор люди смотрят, и им это дело нравится. А скажите, как вас правильно называть? Мультипликаторы или аниматоры? Режиссерами анимационного фильма. Ну, мультипликаторы – это скорее такая вот русская традиция называть мультипликатора. Это от слова «мульти» – это как бы человек, умножающий кадры, и от этого получается движение. Но все, мне кажется, мультипликаторы больше любят такой европейско-американский стиль анимации от слова «анима» – душа, что они привносят душу оживляют. В того персонажа, который они делают. Нежели что они оживляют персонажа. Они оживляют, и душу туда вкладывают, в то, и поэтому персонаж оживает. То есть а не то, что он просто умножает кадры. Приумножает кадры. Понятно. То есть можно называть и так, и не ошибешься. Можно, да, да. Ну а вы себя считаете успешными мультипликаторами? Ну, конечно, есть к чему стремиться. А к чему вы хотите стремиться? Ну, то опять есть... же, получить тот Оскар. То есть все же Оскар, полученный Оскар, будет вашей точкой наивысшего развития? Ну, да нет. Нет, мне кажется, нельзя такие точки ставить наивысшего развития. Ведь можно развиваться еще и... Много хороших фестивалей в Европе, и берлинский, и венецианский. А что нужно сделать, чтобы успешным мультипликатором быть? Ну, для меня главное, чтобы показать фильм, и людям он понравился. И если я вижу, что они аплодируют, и они искренне рады, иногда к нам подходили люди, прям некоторые, особенно после «Дедушки вишни», и там чуть ли не слезы на глазах, и они ходят, и идут, и благодарят, вот это, конечно, ценно. Да, последний раз, когда мы были в Турции, тоже
в Турции ко мне подошла девушка и говорит: «Здравствуйте, это вы режиссер «Дедушки Вишни»?» Я такая думаю, в Турции меня спрашивают про это. На каком? Это турки спрашивают? Нет, так, русская девушка. Оказалось, что она была организатором фестиваля в России, ну и сейчас является. И она просто там сейчас живет. И где-то в Турции, где-то в баре, где я заказывала кофе, она меня увидела, хотя мы ни разу не встречались. И узнала по фильму. Понятно. Ну вот творческие люди очень часто пытаются черпать вдохновение, кто в чем. Угу. Кто там в любви, кто-то медитирует, кто-то психотропные средства принимает. Вот вы в чем черпаете вдохновение? В путешествиях. И в путешествиях, я думаю, все равно и из книг, которые, например, «Дедушка Вишня» мы по книге нашли, поэтому наше вдохновение пришло частично и оттуда. «Слушай, папа» тоже по книге. «Слушай, папа» по книге. Новый... Ну, я частично путешествие, мы любим Грузию. Ну, конечно, да. То есть вы решили свой следующий мультфильм нарисовать «Слушай, папа» после того, как в Грузию съездили? Частично, да. Да, мы всегда хотели фильм о Грузии. А вот этот мультик, он основан ведь на реальных событиях. Да, мы нашли вот книгу. Ираклия Карикадзе. Да, называется «Пловец», и оказалось, что она сделана на реальных событиях. Про был пловец Дурмишхан Думбадзе, который вот так же проплыл от Батуми до Поти, вот это расстояние, которое в два раза длиннее Ла-Манша, ну, наверное, чтобы доказать, что он тоже может, как и англичане, и французы, переплыть Ла-Манш. Ну, мультик уже завершен и вышел в прокат, можно сказать. И, да? Да, ему уже будет уже почти зимой 2 года. Прокат. 2 года. Сколько он уже призов собрал? Не очень много из-за ковида сейчас. Фестивали отменяются, поэтому сложновато ему. Понятно. А «Дедушка был Вишней» можете вспомнить, сколько? 2 сотни? 3? Нет, нет, 180 фестивалей, и, наверное, около за него 50 или 60 призов. А какая самая экзотическая страна, которая вам дала приз за «Мой дедушка был Вишней»? Ой, где-то в Южной Америке был фестиваль. Я не помню. В Богате. Какой... Нет, не в Богате. В Богате это было, да. Да, и там призеров, по-моему, 3 штуки было, и они выдавали каждый фильм шеф-поварам. И шеф-повара должны были смотреть фильм и, исходя из этого фильма, приготовить какое-то блюдо. И нам потом присылали видео вот этих 2 шеф-поваров, которые достались нам. И они посмотрели фильм и должны были что-то приготовить. И приготовили как пельмени такие. Но там были цветы и вишни. Цветы вишни были. И приготовили еще как пюре какое-то. Да, но они милые такие. Они красиво были, так все, да, оформили. И потом вот они представляют эти блюда, исходя вот из фильмов, которые они посмотрели. Есть такой очень известный большой фестиваль «Джифони» в Италии. Туда приезжают очень часто все мировые знаменитости кино, Брэд Питт, Анджелина Джоли, они всегда... Орландо Блум был, когда мы были. Орландо Блум, да, был, когда мы были. И это детский фестиваль, они приезжают поприветствовать детей, взять какую-нибудь награду за свои творческие достоинства. И да, это фестиваль, это просто какой-то огромный праздник для детей. Дети не ходят домой, они спят прямо на ковровой дорожке, чтобы быть первыми в первом ряду, чтобы там увидеть свою там мегазвезду, сделать селфи, попросить автограф. И там раскинулись такие огромные палатки, и в каждой палатке проходят показы для детей определенной возрастной категории, например, там 5+. И тогда всем детям, которые 5+, им одевают футболки, например, голубого цвета. Ты приходишь к себе на показ, у тебя весь зал голубой, например, или весь зал оранжевый. И ты уже издали, идя по городу, вот этот маленький город Джифони, ты можешь видеть, что если ребенок идет... У нас было 18+, они в черном ходили. Если ребенок в черном, значит, он потенциально будет смотреть твой фильм, и он будет голосовать, потому что весь зал голосует за тебя. Да, потому что там не жюри голосует, профессионально голосует. Именно вот эта группа детей, которые твой фильм относится, если к 18+, то все дети 18+, только голосуют. Помню, мы там приходили, и там сидел с нами режиссер, не помню, из какой страны, но тоже такой серьезный дядька, и он сделал как раз вот фильм, 3+ его фильм поставили. И он сидел, бедный, нервничал, потому что вокруг дети иногда плачут, если, не знаю, не смотрят фильм. И он сидел, поворачивался, и, почему они мой фильм не смотрят? Вон, почему он там чупа-чуп съест? Он должен фильм смотреть. Вот еще говорят, что у каждого мультгероя есть свой человеческий прототип реальный, но что
мультипликатор рисует мультик либо с себя, у него зеркало перед столом, либо с каких-то людей, которых он знает. Это действительно так? Ну, какие-то движения, конечно, мы друг другу должны там попозировать или попросить друзей, например, пройтись так, как тебе это нужно, потому что не всегда в голове возникает образ, как правильно поставить ногу, руку, или в какой момент нужно, или на какой фазе повернуть тело куда-то. Вот, поэтому, конечно, часто раньше в университетах даже преподавали актерское мастерство, чтобы сам режиссер знал, как ему нужно поставить задачу и самому там изобразить того или иного героя. Но в ваших мультиках есть люди, которые можно вот посмотреть, и тот, кто знает, скажет: «Во, это вот он». Ну, там лицо, мимика какая-то. Есть, да. В дедушке был Вишни, наша бабушка – это наша бабушка. Вот. Но мы ее прям не хотели сразу копировать. Нам понравилось ее платье на одной из фотографий, такое голубое в горошек, и мы думаем, вот прям для нашей бабушки пойдет. Вот. И да, мне кажется, бабушка, конечно, не узнает себя там, но она рада. Вот. И папа из фильма – это директор фестиваля в Италии. Он выглядел прям как такой вот классический итальянец с юга, с таким большим носом, загорелый. Вот. И мэр города у нас был прям из Италии. Да, был мэром города из Италии тоже. Поэтому там мы прям собрали много знакомых нам и незнакомых людей. Вот. А вот что нужно, чтобы мультик нарисовать? Карандаш и бумага? Или еще что-то? Ну, зависит от того, какой стиль анимации нужен. Ну, мы рисуем на бумаге. Да, нужен стопки бумаг, карандаш. Нет, ну мы... Ну, мы еще раскрашиваем поверх бумаги мелками или карандашами такими жирными. То есть вы хотите сказать, что вы в компьютере ничего не дорисовываете? Нет, конечно, дорисовываем после бумаги. Мы все это надо отсканировать и потом красить какие-нибудь там части. Нет, ну так мы делали дедушку Вишню, а последний «Слушай, папа» мы сначала нарисовали в компьютере. Потом каждый кадр надо распечатать с самой минимальной линии, там, например, 0.5 пикселей, и потом поверх уже обвести карандашом. Да, так получилось быстрее. Так получилось быстрее, и более плавные движения вышли. Да. То есть вы, когда увидели те стопки бумаги, которые ушли на «Мой дедушка был Вишней», поняли, что нужно беречь природу? Нет, ну столько же вышло. А сколько это? Это может вот тонны? Так. Не тонны. Стопка, вот, где-то вот по колено, вот. Где-то чуть выше. 10 коробок – это сколько получается? 10 тысяч листов? Ну, если 12 кадров, 12,5 кадров в секунду, то есть 12 листов на секунду. Ну, если фильм 13 минут, то сколько там тысяч? Много. Я плохо считаю. Это какой кропотливый труд. Это у вас бывает такое, что просто психоз наступает, ты сидишь такой, у тебя уже 1054 релиз за сутки, и ты все, блин, у тебя... Нет, 1000 за сутки многовато. Ну, вначале, конечно, все там рисуют на энтузиазме, вот начало фильма, самые красивые кадры, самые удачные сцены, а потом уже через полтора, наверное, года, когда уже конец, уже все думают, поскорее бы его закончить. Ну да, вот мы сейчас заканчиваем фильм для нашей немецкой продюсерши, и мы его уже закончили буквально не так давно, мы делаем анимацию для нее, и сейчас тоже мы начинаем красить, и уже думаю, где же финал, уже надоело. То есть у вас продюсер из Германии? Да, да, сейчас да. Когда мой дедушка был Вишней, продюсер был русский, но музыку писал итальянец, итальянский композитор, mm-hmm. да? То есть а вас государство российское поддерживает как-нибудь? Ну, дедушка вот был Вишни, был из грант-министерства культуры. Да. То есть вам в итоге дали? Это единственный раз, когда нам дали. Но это после того, когда вас признали все, и они выбрали? Нет, дедушка был Вишни, это как раз он пошел на лонг-лист Оскара, и он был сделан на деньги Министерства культуры. А после уже, когда после всех после призов и так далее, было. Нам не давали. Ну, то есть сказали, хватит, уже надо рисовать. Я не знаю, какая причина. То, что рисуем, там... Ну, возможно, у них свои причины, я не знаю, но мы подавали, наверное, 3 раза, и 3 раза с разными сценариями. 4 раза мы подавали. Да, не знаю. А как вы персонажа придумываете? Ну, вот понятно, если дедушка был Вишней, там, наверное, нечего было придумывать. Вы просто прочитали книгу, и все. Там «Слушай, папа» тоже конкретная история, вроде бы как персонаж уже есть. А до этого те мультфильмы, которые вы рисовали, у вас были, допустим, «Томатная история», если я правильно называю, да, там вы как персонажа придумали. И вообще откуда взялась идея снять мультик вот по «Томатной истории», да?
Мне кажется, это был один из первых... Это первый после университета. Да, наверное, первый после университета фильм. Мы поехали в Италию, и мы увидели эту историю на балконе, когда там две старушки ругались. У них просто у всех так балконы узко расположены в Италии, они все время через балконы разговаривают. И когда мы приехали первый раз в Италию, мы думали, ой, как удивительно, люди стоят на балконах и разговаривают. Ну и потом как-то зародилась идея, как я уже не помню как. Ну да, что они поругались из-за одной спелой помидоры, у другой завяли. Но я не могу сказать, что все персонажи готовы, ведь все равно прочитаешь книгу, и там будет просто сказано, что это дедушка от Тавиана посадил дерево. Но его же надо сначала придумать, как будет выглядеть дедушка, там же сотни разных вариантов может быть. Вот, и поэтому все, конечно, идет от стиля самого фильма, который ты хочешь выбрать для себя, или... К дедушке все равно мы подбирали разные фотографии, типажи людей, которые нам нравятся и которые мы хотели видеть. Вот. Поэтому до создания персонажа у нас есть такие папки, куда мы складываем для вдохновения различные там, ну, картины фотографии, известных художников, да. Фотографии или просто фотографии лица. Знакомых людей или лиц, да. Для того, чтобы потом из всего этого собрать какой-то такой образ персонажа. Ну, а вы вот дедушку... упрощенно, который был вишней, да, вы его долго делали? Сколько? Так же, примерно полтора года мы любой фильм делали. Полтора года, и вы, я знаю, даже на натуру уезжали, то есть вы рисовали тосканские долины прямо вот сидя где-то на холме, или нет, или вы картинку брали? Нет, в Тоскане брали картинку, свои фотографии. А вот с юга Италии, из Матеры, да. Ну там просто смешанные были виды и Тоскана, и юг Италии, вот то, что с юга, это были все наши фотографии, когда мы ездили в Италию. Да, ну мы там не сидели, конечно, но фотографии мы делали и потом мы рисовали. Итальянский зритель понял этот мультик? Да. Ой, да, он им очень нравился. Да. Они очень гордились. Но вы чужие мультики смотрите? Конечно. С удовольствием, да. Или из профессионального интереса? И так. Вот мы можете сейчас... выделить какие-то мультфильмы, которые вам из последних, которые вам действительно понравились, ну там три штуки. Не обязательно русские. Полный метр или короткий? Ну давайте короткий и полный. Ну из полного вот Вес Андерсон, например, или Вес Андерсон это «Остров собак». Он кукольный делал. Сейчас, кстати, кукольный очень на хорошем уровне, кукольная анимация. И вот в кинотеатрах у нас тоже эти фильмы показывают. Ну, полные метры, да. Там даже, например, когда какой-нибудь там взрыв, я не знаю, поезда или какое-нибудь облачко, они даже облачко делают из ваты. И там просто сейчас очень много вот таких лесках его поднимают, что оно увеличивается, получается взрывом. И если смотреть, как это сделано, это просто какой-то огромный труд. Они снимают гигантские помещения, делают вот эти куклы. Не то, что они вот такие маленькие, они прям могут быть больших, натуральных размеров. И вот мимику таких вот, например, на одну куклу может быть там до 50 голов с разными буквами, которые он говорит. И то есть на каждую букву они должны менять голову этому персонажу. Ну, а короткий метр? Я, честно говоря, не помню название, но он был в коротком листе «Оскара». И не так давно, ну вот до сих пор мы сидим в жюри одного итальянского фестиваля, и из-за нынешней ситуации он онлайн проходит, и мы отсматриваем фильмы. И опять нашли этот фильм там же, и, конечно, не удержались и поставили ему высший балл. «Best Friends», по-моему? Я не помню, по-моему, вот да, вот про двух друзей, они связаны две игрушки, динозаврик и лисичка, и они живут в одном доме, и так получается, что лиса падает как в колодец такой, из-за того, что она вязаная, она намокает и вот-вот утонет. И динозавру надо что-то сделать, чтобы спасти своего друга. Когда он падает со стола, он рвет свою вязаную шкурку, и пока добегает до лисы, от него уже ничего не остается. И он в последний момент, лиса бросает там какой-то камушек, дверь захлопывается. Она не хочет, чтобы динозавр так себя убил таким образом, чтобы спасти ее. И закрывает дверь за собой и падает. Но динозавр там все равно прорывается через эту дверь. И пока он летит в колодец, у него уже ничего нету, одна ниточка осталась. Ниточка падает в колодец, динозавра уже нет. Но это спасает лису. Вот такое самопожертвование. Да. А еще два? Еще, по-моему, был фильм «Кода», по-моему, назывался. Там про мужчину, который умер. Ну, такой, конечно, сюжет часто используется, что он встретил смерть, и вот эта смерть показывает... Ну, он говорит, что мне рано уходить, давай. И смерть показывает ему моменты жизни, которые он прожил. И он там смотрит, вспоминает там детство свое, еще что-то. Они там летят, по-моему, над городом, что-то там он вспоминает. Хороший фильм. Это все какие-то драмы. А есть веселые мультики?
А ну, с лисичкой веселый. А он веселый, на самом деле. Нет, он очень... Нет, нет, в конце лисичка начинает вязать заново. Лисичка связала его обратно. Сейчас популярны вот эти техника валяния, когда вот из шерсти там иголками как и все так тыкают и делают такие фигурки. Сейчас даже продают такие. Вот из этой техники очень популярный сейчас стиль, особенно в Азии. Из него делают много мультфильмов. Как назывался фильм про... О, Вилли был. О, Вилли, да. Тоже, по-моему, на Оскар он был номинирован. Сейчас вот наша знакомая Дина Великовская сделала фильм, используя 3D-ручку. Она рисовала каждый персонаж, вот так обводила, то есть он получался, ну как, из проволоки, плоский. И каждую фазу она так нарисовала, что потом вот каждую вот эту новую фазу она подставляла. И, ну, она на столе снимала, ну как в большом помещении. И да, там был отдельный 3D-домик, здесь отдельные персонажи. На самом очень красиво. И чем намного больше. У вас самый сложный день был? Можете вспомнить? День, когда мы делали фильм? Ну, день, когда делали фильм, или, может быть, думали над фильмом, или вообще, может быть, есть у вас в памяти какой-то вот, такой день, прям который сложный. Вам больше всего да, запал, и вы вспоминаете о нем как такой. Со страхом. Ну, пусть со страхом. Наверное, мне кажется, один раз, когда мы делали «Деда Вишни», у нас жесткий диск полетел. Да, у нас сломался жесткий диск, и там вот было фильма. Все прямо. А, вот, вот это, да. То есть тут дрогнуло все, то есть когда, сколько вы уже отсняли? Ну, это было... Я не помню, но я помню, нет, что на каком-то этапе. Нет, он был закончен, но там, если отправлять на фестивале, то нужно сделать новое видео, например, рендер, а там хранится прям все. И после по-моему, этого что-то мы... он сломался, и нам надо было восстанавливать его. И после этого вы стали... Мы делали две копии. Две копии стали делать. Сразу копии делать, да? То есть поняли, что, ну да, я хочу сказать... Жесткому диску доверять нельзя. Так, я знаю, что вы часто участвуете, конечно же, не только как... Вы часто участвуете в конкурсах не только как люди, которых рассматривают как... потенциальных победителей, да, то есть людей, которые представляют на конкурс какую-то работу, но и как сами участники жюри. И однажды вы участвовали в конкурсе, где в жюри вместе с вами был Майкл Дуглас. Но мы его не видели. Не видели Майкла Дугласа? То есть вы были в жюри, в одном жюри с Майклом Дугласом, вы не видели его? Ну, часто бывает, их просто поставят, что он как бы жюри какой-то известный человек, но он сидит там у себя на родине, там онлайн, может, он посмотрит фильмы, и все. То есть когда мы видим иногда, что членами жюри были такие-то, 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 это не обязательно, что они собирались вместе, нет, пили нет. кофе, рассуждали, как... какая-то творческая бригада над каким-то мультиком спорили, просто один в одном месте, другой у себя дома сидит. Возможно, да. Угу. Нет, если фестиваль открытый, и он приглашает жюри, например, человек 5, да, мы можем собираться, или 3 человека, то да, ты проводишь весь день с этими людьми в основном, после показа обязательно там час обсуждения какие-нибудь, ты выстраиваешь план, как ты будешь оценивать фильмы там от 1 до 10, или от 1 до 5, или там другая система. Вот, и это очень интересно будет в жюри. Один раз мы были в Италии в жюри, с нами сидели в жюри мэр города и главный из церкви, то кто-то там сидел, поп. А я не помню. Священник? Священник или кто-то да, такой. Ну, это был очень маленький фестиваль. Маленький фестиваль, они в анимации вообще ничего не знали, их посадили в жюри с нами. И нужно было судить только стоп-моушен анимация, это... определенной техникой анимации. А много фильмов, которые не пристали, они были не в этой технике. И после каждого фильма они наклонялись так через стулья. По-итальянски близняшки Джемелли. Они: «Джемелли, можно этот фильм судить?» Мы такие: «Можно». Они ставили свой мел. Вы итальянцы знаете, идеально. Не, не идеально, но поговорить можем. А в «Атмафии» в Италии не поступало предложение снять мультик? К сожалению, нет. Местную какую-нибудь семью. К сожалению, то есть вы не согласились. Да, да. Пришла какая-нибудь Коза Ностра и сказала: ну, классно, снимите нам да. что-нибудь. Да. Но, слушайте, рисковые девчонки, хочу сказать. А если не понравится, вам же придется отвечать за это. Да пока не вернут, до России доедут. Но мы постараемся, чтобы им понравилось. Хорошо. Эскизы будем присылать. Короткий вопрос и такой же ответ. Завтра будет лучше, чем вчера? Надеюсь. Конечно. Все, спасибо. Благодарю вас за то, что вы приняли участие. Действительно, тут можно разговаривать про мультипликацию бесконечно. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо.